Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, мы на канале Уши. Мы сегодня поиграем в игру под названием Home Sweet Home, эпизод 2. И посмотрим, справимся ли мы с знанием английского языка, потому что игра только на английском, либо на тайском языке. Ну, тайский я как бы не знаю, но на английском постараюсь для вас какую-то суть игры объяснить, а если не объяснить и рассказать, а просто попытаться хоть что-нибудь понять в игре. А, это должно быть Hello? Тим. Тим? О, Джейн? Эй, это Дю. Есть Тим там? Он не был ответить сам. Джейн, это Дю. Oh. Тим там? О, hello, Дю. Он не может ответить на звонок. He left early today. Something came up and he rushed out. He said he'd call me when Его he was нету, done. Он ушел сегодня. Еще не звонил. What? Really? It's Song Grande, and he's still working? I thought you two made plans. Чего, реально? Сегодня же какой-то праздник. We were supposed to. We packed last night and everything, but then this thing came up, and you know Tim, he's all about his job these days. He said he'd be quick. I don't think we can make it now, but whatever. Он же там работает, короче, типа того. What did you want to talk to him about? Почему? Nothing really. О чем ты хочешь с ним поговорить? А, да ни о чем на самом деле. I guess you're not going anywhere for the holidays then, huh? I guess not. Well, I'll keep myself. Хотел пригласить, короче. Я думаю, нет. Плывут субтитры, как переводить-то? Алло, пс, игра. That sounds fun. And I wouldn't worry about Tim too much. He just got promoted and he's very excited about it. As for me, I'm not doing anything over the holiday either. So, hey, if you need a hand with your gardening, I'm just a call away. Oh, I'll be fine. I wouldn't want to bother you. It wouldn't be a bother. That's what friends are for. Anyway, I better get going. I'll talk to you soon, though. Okay, thanks, Stu. Bye. Bye. Короче, он предложил помощи, руку помощи в саду, но я не успел прочитать, потому что они плывут, я только на голос. Пробка большая, потому что фестиваль в честь какого-то праздника. Были арестованы люди, потому что, ну, короче, выпивали. Там у них был... в общем, выпивохи садились за руль, их ловили, там был какой-то рейд ДПСников. В Таиланде ДПСники они. Ну, в общем... А? Hello? О. Это всего лишь кошмар. Блин, ну чувствовалось все так... реально. Ему приснился кошмар. Почему только это кошмар, если... А, может быть, она умерла или что? О, да. Почему кошмар такой добрый? Моя голова. Все крутится. Мы можем осматриваться. Е это поднимать и всякое такое. Джейн Дроуин. Это, в общем, ее... А, ключи где-то, ключи... А, ключи, видишь, нам нарисовали. Все, я понял. Лук и мэм. Вот ключи там справа, внизу, где-то в гостиной, где-то в ящике. Ну, это гостиная, я не знаю, короче. Так, ладно, квит. Уходим отсюда. Так. Можем тут... еще одна выпивка не помешает, правда ли? Правда ведь? Вроде он так сказал. Так, ванна. Зеркало я не вижу. Так. Да, с перевода будет тяжело, ребят, но я все-таки заканчивал, ну, на Кембридж, как бы, да, там, ну, 3 года, потом, ну, как бы, с моим знанием меня перевели в Гарвард, и, ну, собственно говоря, я всю жизнь там, да. Сейчас прямо из Гарварда. Опа, бутылку. А, бутылки собирать надо? А что трясемся так? Нет, типа, выпить нифига, да, очень хочется. А, ну, это 1 января, что ли, типа, у них?
А, ну хотя в Тае какой-нибудь, наверное, другой, типа этот, заперто, какой-нибудь другой праздник национальный, да? Ну или, не знаю, ладно. Телефонный звонок, где? А я бегать не могу, да? Или могу? Не, не могу бегать. Просто ходьба. Panic spread through crowds today when a solar eclipse took place without any official announcement from scientists or astronomers. Latest figures show that the phenomenon began at 10 a.m. when the moon began its transit across the sun. The eclipse will be complete at 12 p.m. Но закрытие, короче, солнца будет. This year's eclipse will persist for as long as the one that occurred in 2002. И все будут смотреть, в общем. Но у нас тоже такое было. Royal Thai Police Commissioner General Prayut Chan-Tra has ordered that all areas be secured by officers who will also be directing traffic, as traffic jams are likely with citizens coming. Ладно, мы не будем это слушать, потому что просто не будем. Упавшая... О, я могу приседать, понял. Упавшая кар... Да заткнись ты, ё-моё, надоел. Как, тебя можно выключить или нет? Бутылка тоже... Бутылка тоже, короче, пустая. Так, какое-то письмо. Фронт пейдж... Не, ребят, я читать не буду, ну потому что, ну, это как бы... Ну, это и так боль для меня. И так боль для меня переводить и еще читать это все, но, ну его на. Маленькая лестница. Да, я подобрал маленькую лестницу, для чего, не знаю. Кто-то названивает меня. Здорово, Тим! Ты что, выключил свой телефон? Твои коллеги, они волнуются за тебя. Ну, как я? Тебе нужно поменьше пить. Ты больше уже не молодой. Слушай, чувак, нужно поговорить с тобой. Короче, я в запое, я понял. Ну, точнее, не я, а мой главный персонаж в запое. И все. Все, больше я не могу ничего сказать. Так, а здесь ничего нету, нам нужно найти попить или нет? Так, здесь у нас одни пустые бутылки, еще одно какое-то письмо. А, какой-то... Expansion. Отстань. Так. О, бутылку есть, смотри, все, выпивонь, выпивоха, выпивоха выпивает. Все нормально. Все шикарно. Так. О, так-то лучше. Ну, конечно. Так, там какая-то записка. Мистер Чачай Тублой. То есть, Тим, 3-4 года. Живет там-то, что-то там. Короче, какой-то полицейский то ли ордер, то ли хрен его знает. Это что у нас? Контактный лист его девушки. Так. Хорошо. А вот фотки у нас, да? Ее. А, кстати, смотри, фотки не нарисованы вроде. Не нарисованы. Не, не нарисованы. Какая-то актриса, значит. А, это мы читали. Так. Да, это хорошо. Значит, мы здесь с вами были. А, мы попили с вами, да? Это очень хорошо. Это очень тщательно. Так. А, мы здесь были, мы нашли лестницу. И у нас была карта, и, по-моему, по карте ключик находится здесь. На карте было вроде нарисовано. А вот и ключик. Хорошо. Связка ключей, точнее. Не ключик, а связка ключей. Связку. А чё падает все время? Блин, жалко, я бегать не могу. Подожди, а у нас, помнишь, была закрытая дверь? Может, мы в закрытую дверь можем попасть? Ну, со связкой ключей. Все-таки связка ключей предполагает, что там несколько... Можем попасть в какую-нибудь комнату. Да, она уже не закрыта, да, ключиком открываем, толкаем. И здесь у нас что? У нас здесь типа детская, якобы. Хорошо, да. Я не знаю, что там было написано. Моя маленькая... Короче, дневник счастья. Дневник написан Джейн. Хорошо. Выйти мы не можем. А что делать-то надо вообще? Опа, ёб твою мать. Это что такое?
Черт побери! Чё за черт? Ой, становится хуже. Ну, типа, с похмелья выпил и стало хуже. Чё за бред? Да чё там? Что случилось? А, это, то есть, это все по сюжету. Все, я понял. Я просто думал, надо будет выйти из дома, там куда. Оказывается, надо. Че это за лес? Ну, вроде я четко перевел. Слово в слово. Как я сюда попал? Черт, как темно, я ни хера не вижу. Вон фонарик, мы пойдем возьмем. Это... Нет! Где я? Это вроде как из дневника Джейна, как он стал, а может и не... Не знаю. Значит, подбираем фонариус. Это вообще... А, кстати, да, я забыл сказать, это как бы ужастик, хоррор, по идее, должен быть. Если он... Если он... Так, включаем, конечно, фонариус. Сова, слышу сову. Сова, это хорошо. Я могу бегать? Я бегу? Да, я могу бегать, смотри, классно. Ёп, твою мать. Животное могло сделать такое. Да. Ой, ёп, банана. Банана мама. Это чё за упырь? Welcome to home. Добро пожаловать домой. The strange happenings of Bontime Village persist. Это что там? And are still observed by frightened local residents. Villagers reporting фотографии, хорошо. Выключи это говно. Да там говорят про какое-то происшествие в 1964 году. Но, ребят, да, я... Что? Да что там было написано? Какую букву забрать? А? Я могу забраться. Я не увидел, какая буква. Ку? И нет. Ладно, пойдем за животным, за этим. Ну, или это какой-то маньяк, что ли? Я не знаю. Твой страшный. Выходит, смотри. Ты что там ходишь, падла тварь? Он там ходил. Я могу? Нет, не могу. Написано. Что и написано. Просто веревка какая-то, да? Хорошо. Так, ну тут все линейно, правильно? Открытого мира нет. Мы тупо бежим по дороге и. Как в Blair Witch. Так, кстати. Если кто не смотрел, то. И рекомендую зайти да посмотреть. Для чего она? Может быть, для чего-то пригодится. Cut the tree. А, нужно срубить дерево, чтобы туда. Хорошо. Надо найти топор. А, или подожди. А у меня инвентаря нету, да? А нет, вот Q, а сверху это типа что это такое показывается? Я вот Q нажимаю, да? Так, и чего? По мосту могу пройти. Нет, не могу. У меня же есть там палка эта, бамбуков. Так, подожди. А, вот, у меня есть, смотри, у меня есть... Так, так. Я не могу разместить сюда палку? Чё за... Почему не могу? Подожди, я подобрал там палку. Мне говорят, сруби дерево. Дерево, а чем я срублю дерево? Ну смотри, хорошо. А зачем мне выбирать, если я не могу? Найди, чем можно перерезать. Пум-пум-пум. Так, подожди, давай тогда здесь пороемся. Может быть, я что-то упускаю?
Но нигде взаимодействовать больше я ни с чем не могу, да? Ну, насколько я вижу. А вот... Могу. Так, ладно, давай тогда смотри срубленные деревья и искать топор. Правильно я понимаю или неправильно? Я, может быть, его пропустил где-нибудь? Нет? Смотри, срубленные деревья. Веревка какая-то, да? Вот тут красная. Опа. А что такое пробел? А вот туда я не могу пройти, что ли? Нет, не могу. Взаимодействовать ни с чем... Ну, я не вижу, по крайней мере. Сейчас, подожди, может быть, сзади где-то я... А что нужно делать? Непонятно. Так, короче, что-то я не понимаю, подожди. Может быть, нитки какие-то, да? Так, подожди, дай-ка я еще раз прочитаю. Для чего нужно этот stack description? Можно брать предметы, которые, типа, далеко. Я понял, да. Само... А, слушай, может быть, там на нитке где-то, подожди, там нитки, помнишь, были? Может быть, достать, типа, что-нибудь оттуда? А, так вот, ёпту, топор, что-то я тупанул. Так, берем топор. Да, все, в принципе, логично. Так, топор. Берем топор. Да, я понял, да, топор можно рубить. Так, и теперь я возвращаемся. Да, нужно было назад вернуться и... Ёп! Пока ёп. А чё так пугаешь-то, мазафака? Это откуда упало? Непонятно, да? Так, хорошо. Ладушки. Это чё за звук был? Хорош пугать, не надо пугать, пожалуйста. Рубим. Прикольно то, что он сам берет и, ну, и рубает. Классно, мне нравится. Сломал топор, дурак что ли? Ты зачем этот топор сломал? Так, теперь мы можем туда перебраться или не можем? А, да, можем перебраться. Так, бегом нажимаем. Так, нам туда, либо... Нет, туда нельзя, туда пошли. А, подожди, может быть и можно. How to worship... Подстань. Offering? Offering. Ага, с помощью них я могу сохраняться. Ага, все, понял, сейф, да, дело. Ёпарнакарамакоруба! Ничего себе. Сейф-то страшный какой произошел, да? Так, ладно, мы сохранились, это уже хорошо. Ну, по дороге, да, бежим тогда. Топор мы сломали, а палку мы не сломали, правильно? То есть палкой можно еще чуть-чуть... Ёп твою мать! Вот тебе, вот те раз, вот те раз. А, ну и этот мост. Ёп! Твою мать. Слушай, ну атмосферненько, страшненько, нормально. Потянет, с пивком потянет вообще на раз-два. Так, нити. Нити нам что-то подсказывают, по идее, да? Или... Ёп! Вот ты... Чё за дерьмо? Мед что ли, упал тебе на голову? Нет, это что такое за говно? Почему я в говне?
На меня кто-то обосрал. Меня кто-то обосрал. Что за... Зачем вы так сделали? Меня кто-то то ли, либо пометил, либо обосрал, реально. Ну, в принципе, одно и то же, да? Так, здесь у нас... А, слушай, там еще можно было в пещеру пройти, правильно я понимаю? Это говно какое-то жрет на пчелу, похоже, да? Усюка. Так, ладно. Твою мать! Это что за дум, мазафака? Помнишь, в думе тоже такой глазик летал? То он пулял этим. Твою мать, как страшно. Так, лучше сюда не бегать, получается, или что? Нет, можно. Дождь пошел, напряжение пошло. Ёкарный ж ты по голове, а? Welcome to Sweet Home. Я могу взять? Я могу взять, да. Значит, мне эта палка... Ой, деревяха понадобится, хорошо. Блин, дождина пошла. Так, значит, мы идем налево теперь. Слушай, ну мы там одну локацию, по-моему, не проверили, да? Опа, нормально сверкнуло. Здорово, братан, ты откуда? Что-то какой-то худой. Твою мать. Я надеюсь, я так же не закончу, как эти людишки. Оп, твою мать. Это что за Death Stranding? Так, ладно. А, так. И что это у нас? Туда надо что-то положить? А, я могу туда пройти. А, подожди, а я вот туда могу пройти? Ну, не, ну, скорее всего, у меня туда вот эти, куда души поднимаются, да? Потому что здесь я ничего не вижу. Там еще кто-то, видишь, что-то... Мне в ухо кто-то что-то говорит. Ну, и тебе тоже, наверное. Духи поднимаются, это плохо. Так, ну пойдем по деревяхе тогда. Все сгорело, а обратной дороги нету, короче. О, и новая часть, типа, да, начинает. Хорошо. Так. Включи фонарь. Ты нахрена выключаешь фонарик? Так. Блин, они меня напрягают реально. Очень, ну, очень атмосферненько. Конечно же. Ну и напряжненько тоже. Немножко щекочет кое-что. Так, ну что? Это что у нас, дом? Могу в него забраться? Здесь, в общем, короче, кто-то живет. Правильно понимаю? Маничила? Или... Да, кстати, если вы спросите меня, играл ли я в первый эпизод, нет, не играл. Я вообще не слышал даже про эту игру, если честно. О. Смотрю, что-то новое вышло. Вот, решил смотреть. Трейлер меня зацепил. Там какая-то такая тайская дама будет страшная. Судя по трейлеру. О. Не знаю, дойдем мы до нее или дойдем. А дверка-то открыта. Так. Дверка открылась. Опа, закрылась. На совсем? На совсем. Прикольно. И кто-то летает. А, это опять эта жопа. Что это такое? Гирлянда. В смысле? Я не могу ее взять? Так, пока ее не могу взять. О, фотка новая. Понял, фотку новую забрали. Так, хорошо. Не могу. Могу. Хорошо, заходим. Тихо, тихо, не ори. Я не могу их подбирать, что ли, получается? Так, фотку тоже нашли. Ага. Скорее всего, нужно будет фотку найти. И... О, записуля. Дневник Джейна. Джейн ее...
Так, короче, я ушел, типа, поздно. Ну, типа, не я, а Тим. Так, сюда не могу, опять же, попасть. Сюда могу. Она вообще закрыта, эта дверка, смотри. Там кто-то живет. Ой, не надо, пожалуйста. Сейчас будет страшно. А, нет, не будет страшно. Что там? Давай, давай. Сколько раз вам повторять? What's the point of being my grandchild if you can't pull it off? What a waste. Look at your little sister. Can you show her how to do it? Выпрямите, короче, руку. Чё, вы не можете, типа... Okay, arm a bit higher. Yes, yes. Now bend your knees a little more. Oh, that is terrific. Ну, это балет, типа, да, какой-то? You're such a natural. If you become famous someday... Когда ты будешь известный, не забывай, ёб твою мать, не надо ничего открывать, я хотел чай попить, блин, не надо. Встань. Когда ты будешь известный в один прекрасный день, не забудь про меня. Ну, то есть, в принципе, логично. Яичишки. Яичишки. Так, еще одна фотка. Но это не та фотка, короче. Ну, типа, не та, которая та. Так, тут заперто, мне нужен ключ. А что-то открылось, да? А что открылось? Я могу? Нет, не могу. Где-то слева открыл. А, ё-моё, дверка открыла. Так. А фотка еще одна, ага. И мы сейчас можем ее собрать, наверное. Так, присядь, возьми. Или не можем пока собрать. Ну, тут, наверное, про какие-нибудь танцульки написано. Так. А, так это у нас загадка, типа. Оп. Так. Confirm. Я сказал confirm. Сюда же нет. Не-не-не, сюда, все правильно. Не путай меня. Так, change. Парам-пам-пам. Это что у нас? Вот так, это, по-моему. Нет, это. Подожди, нет, это твоя рука. Вот так вот. Нет? А, это вот сюда. А, нет, это вот сюда. О. А это что? Я не вижу просто, что там. Так. Нужно просто подбирать вот так, да. Так. И... Да, вот так. Мы все нашли. А, что, можно забрать? Фотография двух танцоров. Хорошо. Ой, упала. Ой, ключик нашли. Уля-ля. Упал и ключик нашли. Так, хорошо, ключик мы нашли. И что, мы закрылись опять? А посмотреть в ту дырку не... Ну, типа... Так. Твою мать! Что нужно делать? А, нужно нажать на удар. Твою мать. Он меня ударил, я не ожидал. Я не знал, что здесь можно будет, короче, бить этих упырей. Нифига себе, неожиданно. Да, стрёмненько. Ага. Гвоздь нашли. Один из пяти. А, так подожди. А, в его голове был один, но нет? Так, мне нужно, значит, найти еще 4 гвоздя, и, соответственно, что-то будет. Так, а, я нашел ключ от... Слушай, ну раньше здесь не было гвоздей, или были? Были гвозди? Нет, по-моему, не было. Хорошо, открываем тогда ключ. Хорош! Да я, мазафака, этот... По стелсу вообще играю, да? Хитман, ёпти. Так. Блин, то, что у меня кровище появилось, мне это не очень нравится. Так, ну ладно. Пам-пам-пам. Чё за домик в деревне? А, это сортир, наверное, какой-нибудь. В него нельзя зайти. Так, ну у нас есть либо сюда путь. Нет, сюда пути нет. Пошли туда, значит. И там была дверка, которая под ключ, под зам... Под... Ну, короче, ты понял, да? Мне туда и нужно, нет?
Так, здесь у нас есть какой-то проход зачем-то, непонятно. Нету гвоздей больше. Чем мне отмахиваться от этих упырей? Стало что-то немного подлагивать, как только мы начали куда-то продвигаться дальше, да? В сюжете. Что за лабиринты-то начинаются-то, ну? А, нихера себе, тут скотобойня, смотри какая. И мухи летают, ну понятно, да. Так, уходим, короче, отсюда нахер. Кто орёт там, не надо орать. Так страшно. Это у нас что? А, я могу сохраниться, типа, да? И нет, нет, не могу. Что нужно сделать? А, может быть, слушай, эти нитки наоборот, типа, от чего-то защищают? От духов или что-то типа того? Непонятно, короче, пока. Ладно, давай. Да... Что это? Понятно. Это какое-то место для духов, да? Не знаю. Так, проползли. А, ну тут, короче, делают эти штуки, понял, так. А я не могу туда пройти никак? Могу. Ладно, так. Оттуда я же не оттуда пришел, или оттуда? Нет, вроде не оттуда. Так, еще один этап проходим. Или оттуда я все-таки пришел? Ну и не понимаю, так, ладно. Не, ну если горит, значит пусть горит. Это телепорт, ёптипти. Что там было, подожди. Scented incense, это что такое? Эстейков, прикольно. Так, это телепорты, я понял теперь, прикольно. Плюмс. Монетки. Нет, это не, это не монетки, это такие таблетки. Что это? А, ну опять в телепорт, погнали. Так, а ей куда у нас? А, это в центре этого. Так, хорошо, теперь мне нужно положить эти... А, еще две штучки конфеток нужно найти. Или что это, я не знаю. Так, ну давай, короче, ходим. Тут начинается уже этот... Шерлок Холмс и доктор Ватсон, мазафак. Просто так тебе бегать, веселиться и пугаться, да? Надо разгадывать загадочки. Вот смотри, вот туда могу или не могу. Давай посмотрим. Нет, он меня вышвыривает. Тихо, тихо, не надо пугать. Он меня вышвыривает. О, бутылка, мы же хотели там выпить, нет? Попроси о молитве, типа, да? А почему я не могу взять? Не могу, потому что мне нужно собрать еще две штучки этих штучек. Или как? Правильно я понимаю? Так, а где эта хрень? Подожди, вот телепорт сюда. Так, значит, надо еще... Блин, не надо нагнетать-то, пожалуйста. Мне реально страшно. Давай сейчас тогда еще пособираем, потому что я что-то быстро так все проскочил. О-о-о! А! Все, понял. Это спичку. Надо зажечь свечи. Ну, все логично в этой игре пока что идет. Так, но... подожди, подожди, подожди. Нет, это не сюда. Мы убежали туда вниз, да? Под дерево и направо, и там будет этот, да, вроде так было. Или нет? Не-не-не, вроде так все было, да? Направо мы сейчас. Нет, нет, телепорт был. Какой телепорт был? Блин, я уже забыл. Не помню. Не этот, по-моему. Этот. Подожди. Подожди, 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 подожди.
Или этот все-таки был? Блин, не помните? Так, ну ладно, давай попробуем через этот пройти. Может быть, получится. Куда-то мы направо повернули и попали. Попадай, Лейло. Сюда? Нет? Нет, по-моему, не сюда. Ну, давай попробуем сюда все-таки. Да, вот, все правильно. Короче, центральный, направо, направо. Зажечь спичками надо. What am I supposed to do? Что я должен делать? Окей. Начнем. Sacrosanct, maybe? Sacrosanct of this area. Please grant me your holy blessing and protect me. In recognition of your blessing, please accept my offering. What should I offer? Crap. Он попросил о защите. Но он не умеет молиться. Я не могу ходить. А яичишки? Ёпарна карась. Что там нужно было сделать? А, я в дома сейчас окажусь, да, наверное? Ну, он типа, короче, попросил, отпусти меня, алкашка, отпусти. И алкашка отпустила. Или не отпустила. Не знаю. И что, все? Да, отпустила, мы дома. Ты чё меня пугаешь? Ты кто вообще? А, мы в этом опять. Так. Так, вискарик мы не будем брать. Это что у нас там? Это сумка, типа, да, мы вроде подобрали или что? А где мы оказались? Бомба. А, понял, где мы оказались. Так. Будет завязано вокруг этого. Опа, это что тут новенькое? Что это у нас? Хватит закрывать за мной двери. Я сам это могу сделать. Это я пока не могу с собой забрать. Так, комикс. Комикс, короче. Комикс, комикс. Так. Очень смешно. Не, напряжение нормальное. Что там по фоткам? Ничего не понятно. А мы сюда попасть уже не... А, ну я знаю, мы сейчас должны посмотреть. Я не хочу смотреть, честно. Это там будет сейчас что-то страшное. Сейчас будет скримота. Я вам гарантирую, что там сейчас будет скримота. Что, готовы? А нет, не скримота? Как так? Ну ладно. Что случилось? Она разломала какую-то куклу. Не волнуйся, я постараюсь починить. Так, что здесь происходит? Что случилось? Это, короче, какая-то папина кукла или что такое? Короче, мелкая сестра разбила, та дала ей в руку, а бабка подумала, что взрослая сестра. И это, короче, какой-то детство папин амулет или что-то типа того. А почему? Так, куда мне нужно идти? А, я подобрал яичишки. А, и открылась дверка. Все, я с яичишками на выход. Я с яичишками на выход. Так, больше я ничего не могу забрать? Вроде нет, да? Так. Здесь ничего нового не появилось? Вроде нет. Так, тихо. Не надо, не надо меня, не надо пугать, пожалуйста. Я человек нервный, я могу я заорать. Так, ну ладно, хорошо, нам туда на улицу тогда. С яйцами. Так. Как говорится, яичишки в кулак сжали и побежали, да? Опять, что ли? Серьезно? Твою мать, не надо. Там кто-то плачет.
верит. Никто не любит меня. А почему я не могу открыть это? Ее так заколотили, что не открыть, типа, или что? Так, ладно. Мы дальше бежим. Правильно я понимаю? Опять в этот или нет? Опа-на. Don't let it see. Не смотри. Не смотри на это говно. Я не смотрю на это говно. Я вообще выключил даже фонарик. Не, фонарик не буду включать. Страшно. Так, мне позволь, короче, увидеть себя или чего. Don't let что-то... Ну да, не позволь себя заметить, типа... Сталкера, типа, играем или как? А, вот, она, типа, меня заметила. А, я понял. Надо вот так, короче. Мы присели, подождали. Правильно? Сейчас свет уйдет. Мы тихонечко туда перебежим. Она нам жрет этого. А, тихо. Она жрет этих животных падших. Не-н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 е. Слышишь? Подожди. Давай, отворачивайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я на Е нажимаю, я на Е же нажал. Нет? Не нажал? Я умер? Блин, я умер. Чё за бред? Ай, подожди, я начинать буду... Да, откуда я буду начинать? А, так все нормально. Да. А зачем делать сейвы с помощью... Не дай себя заметить, короче, а не смотри. Вот, я неправильно прочитал. Так, ну она, короче, смотрит. Типа, нужно пробегать быстро, да, я подозреваю. Оп. Оп, тихо. Ты ничего не видишь. Подожди, а? Я не знаю, как это работает реально. Ну, то есть, типа... Ну, типа, видимо, так. Не знаю. Да ну! А я вот на Е нажимаю, что надо делать? А, или может быть Е надо зажать? Да, наверное, Е надо зажать, тогда отпустит. Или я не знаю. Нужно постараться, типа, пройти, чтобы она не заметила или заметил. Скорее всего, нет. Так. Тихо. Чё ты сюда смотришь? Я вообще не шевелился даже. Дали? Так, ну короче, просто тупо беги и все, и не, ну короче, бессмысленность какая-то. Воу-воу-воу-воу-воу! А чё ты так... А, все, выполнил, да, я красавчик, я вообще прям герой, да. Так, опять в телепорты погнали. Чё за херня, слышь? Почему ты меня не защищаешь, ты? Пс-пс. Ой, в смысле. Так. Все вернули, дух какой-то что-то сделал. И... И чё дальше-то? Ёппакануя! Я на тайском просто заговорил. А, я фонарик же могу включить, точно. Я чё-то туплю. Короче, там был огромный хер какой-то, да? Огромный-преогромный хер. Чё дальше-то надо делать? Непонятно. Ладно, побежали, короче, тогда отсюда. Огромный-преогромный...
Ой-ой-ой, не надо лагать. Я понимаю, что сюжет развивается, но лагать-то зачем? Лагать не надо. Так, ну дальше, значит... А, мы здесь, наверное, сейф можем сделать, да? Да, можем делать сейф. И ручонка такая, типа... Это только первая глава, реально. Так, мы... Сколько мы уже играем, кстати? Долго или недолго? Сейчас дайте я посмотрю. В принципе, нормально тогда. Так. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-воу-воу. Ой, ё-моё, как же мучительно страшно. Да не, на самом деле, не страшно. Просто-просто, да. Не надо ползать, пожалуйста, я не люблю. Когда ползают, я не люблю, когда ползают. Так. А, опять эти духи. Реально Death Stranding, смотри. Escape? В смысле escape? Oh, you gotta be kidding me. О, ты, наверное, шутишь? В смысле escape? Ёп, твою мать. А как я escape-то сделаю, алё? Тут же болото, мать твою, за ногу. А вон не болото. Да, я тупанул. Не по болоту надо бегать, потому что... Будет нормально, да. А, чё? А, ну сохраняемся, хорошо. А, так они сохраняемся. Зачем мне сохраняться? У меня забыл сейф. Так. А можно кровь эту стереть или нельзя? Есть кнопка «Сотри кровь», а, F, да. Чё ты вечно фонарик выключаешь? Я не понимаю. Мы чё тут? Я не понимаю. На прогулке, блин, по Южному парку какому-нибудь классному. Нет, мы не на прогулке с тобой. Мы тут как бы пытаемся выжить вообще. Ты все выключаешь и выключаешь этот самый фонарик, блин. А, это, наверное, вторая уже глава пошла, да? Нужно как-то, короче, по болоту, типа, по болоту, по пробежаться. Так, а давай-ка мы логически посмотрим, подожди. А логически не получится посмотреть. Блин, ну он застревает вообще жестко, смотри. Ой-ой-ой, там что-то можно было собрать. Надо бежать не по болоту, а вот по стеночкам. Иди нахер. А там, наверное, были гвозди, короче, да, справа валялись. А я тупорылый не поднял ни одного гвоздя. Меня сейчас съедят. Твою мать. Напряженочка. Напряженочко. Да, идем по краешку, все нормально. Все нормально, все, я убежал, идите нахер. Соси песос. Лошарики. Не надо за мной бегать. Ты что, дурак? А что такой длинный мост? Через что это мост? Через реку смерти? Да, там, блин, там справа валялась какая-то хрень, я не поднял ни одну. Наверное, это была ошибка. Или нет, не знаю. Страшно до чертиков. Это что за огромное говно? Это что? А это что? Да, очень интересно и классно. Мы опять, скорее всего, в этом домишке же, да, проснулись? И... Да? Правильно я понимаю или неправильно? А? Как я сюда попал? Я же был на рисовом поле. Чё это? Или не был? Ребят, на этом я закончу первую серию по прохождению данной игры. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шамыга. Всем счастливо.